Германия сняла ограничения на поездки из Британии, а также ЮАР и еще 7 стран Южной Африки. Теперь прибывающим туристам не придется проходить двухнедельный карантин. 42 ребенка пострадали в результате ошибки медиков в центре вакцинации Ганновера. Детям случайно ввели вакцину, которая предназначалась для взрослых. Врачи, однако, считают, что серьезных проблем со здоровьем это не вызовет. Работа по повышению минимальной зарплаты в Германии до 12 евро в час должна начаться в ближайшее время. Проект закона, заявил федеральный министр труда Хубертус Хайль, будет представлен в ближайшее время. В Германии впервые за последние 7 лет повышают налог на табак. Это повлечет за собой рост цен на сигареты в среднем 10 центов за одну пачку. Но и это не предел. В 2023 к стоимости сигарет добавят еще 10 центов, в последующие годы еще 15 центов.